Друзья мои, добрый день. Вот цыплята мои, первый день как на улице, и уже кровавый помет. В общем, кокцидиоз. Я, конечно, лекарство купил заранее, это до этого. Ну, обычно на пятый день пропаиваю. Вот, а здесь сутки они побыли, и уже кокцидиоз. Ну вот, буду пропаивать уникокцид. Уникокцид. Сейчас налью им в емкость. Ну и по схеме я их пропою. Вот такие нехорошие новости. Первый раз, кстати, я у своих курочек вижу кровавый понос. Никогда у меня ранее не было у них кокцидий. Вон куреха сидит невеселый в уголочке. Я сегодня еще петушка одного заметил, тоже невеселого. Ну, сейчас он вроде бы, не знаю, ходит нормальный. Не знаю даже какой. В общем, сейчас буду пропаивать. Сейчас поилку им поставил. Правда, здесь вот им низковато. Принесу кирпичей. Выложу им здесь постамент, чтобы им удобнее было пить. Ну, все. Устроил я им поилки, налил этого уникокцида, будут 2 дня пить, через 5 дней повтор. Принес я сюда, кстати, еще петушков, думаю, пропою их тоже уж со всеми. Кстати, вот сделал насесты, но они там, на них еще не хотят сидеть. Сделал насесты, опилок свежих насыпал. Вот, ну, как минимум 2 курочки ходят кровавым поносом. Вот, ну, надеюсь, что все нормализуется. Да, принес я вот этих петушков. Они тут начали драться с местными петухами. Почему я их сюда еще принес? Они красивые такие паразиты. Я думал, я самых лучших выбрал. А оказалось, те, которые сидели в клетках, тоже неплохие петушки. Но, в общем, посмотрю я в итоге, каких оставлю. Самых красавцев я, конечно, оставлю. Ну, вот, в общем, первый раз у нас кокцидиоз у моих курочек. За 3-й год, что я держу курочек. Вот, ну, надеюсь, что все хорошо будет. Главное вовремя заметить и начать лечение. Всем удачи, друзья. Всем пока. Подписывайтесь на канал Куры в Мегаполисе и оставайтесь с нами. Вот он, этот задира. Он так-то симпатичный, все. Мне нравится, но засранец устроил там, в общем, потасовку. Да не одну. Прям с петухами схлестнулся. С теми, которые там были. В общем, пусть посидит в изоляторе, подумает, что к чему.